Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре майнер по криптомонете Tron. Называется Mining Win. Регистрация здесь наипростейшая. Прописываете электронный адрес или номер мобильного телефона. Два раза пароль. Вводим цифровую капчу, нажимаем зарегистрироваться. Попадаем вот на такую вот страничку. Это высокодоходные инвестиции, а все, что связано с инвестициями в интернете, всегда подвержены риску. Не забываем об этом. Так, значит, попали мы на страничку. Нам дают бонус. 50 трон. Он идет как бы не сам бонус 50 монет, а процент. 8% ежедневно. Значит, я его уже проверила на вывод. Бонус 50 монет. И вот здесь будет, вот у меня 2,20. Кого заинтересует, у вас здесь будут 4 монеты стоять. Циферка 4. Минимальный депозит от 10 3x. Я закинула, естественно, 10 монет по минималке. То есть, и у меня стало 4.8. Через 2 минуты как бы депозит поступил сюда в кабинет. Значит, по кабинету. Здесь наша вот статистика идет. Это гонконгское время вроде как. Значит, депозит. Кликаем депозит. Копируете адрес. Депозит можно делать с любого кошелька. Значит, минимум 10 3x или 5 USDT. Это вот у меня 3x. Если кто захочет, можете USDT закидывать. Я в 3x. Скопировала адрес. И я пополняла с Тронлинка. Можно с Пайра, можно с TrustWallet. В общем, в вопросах-ответах написано с любого кошелька, на котором, который вам удобно. Таким вот образом делаем депозит. Все, сделали депозит, больше никуда нажимать не надо. Через 2 минуты как бы монеты поступают вот сюда на баланс. Вот они вот здесь будут отображаться. А вот это 50 монет бонусные. Монеты мне поступили, у меня стало 4.8. Перехожу в Тронлинк. Сейчас я вам покажу вывод. Вот 4.08, вот они. Мой вывод. Транзакции. Вот мой адрес кошелька. Это их как бы кошелек, да, вот это транзакция. 27.06. Я сегодня только зашла в него, как бы. И вот, что, 10 монет я вложила, 4.80. Я сразу вывела вот эти бонусные, как бы, 4 монеты. Плюс то, что я закинула 10 монет, мне сразу капнуло 0.8 монет, да. Итого 4.8 монет я вывела. Значит, вот здесь вывод. Кошелек сюда прописываете, куда будете выводить. Вывод от 0.1. Вот. В данный момент у меня на балансе 2.90. Вот не знаю, дадут мне сейчас вывести или нет 2.90 вот этих. Так как вообще в майнерах раз в 24 часа вывод. Кликаю вывести. Сейчас попробую. Error. Вот так. Раз в 24 часа. Завтра только я смогу теперь вывести вот эти монетки свои. Вот. Я так и предполагала. Но попробовала. Здесь поддержка. Но это не важно. Далее продукты. Это если хотите уже по желанию. Я только на майнере работаю. Share.
Здесь находится реферальная ссылочка. Вот мы видим здесь дели от 8 до 14%. Вот. И вот здесь реферальная ссылочка. Кликаете, ссылочка автоматически копируется. Так, здесь у нас ничего такого нет. Mine. Ну и здесь что? Моя команда. Level 1. Значит, нет. А. Вот, у меня уже пошли рефералы. Это у меня уже реферальные начисления там идут. Второй уровень. Тоже есть рефералы. Третий. Тоже есть рефералы. Ух ты. И четвертый есть. Неплохо. Значит, здесь контакт. Вопрос-ответ, ребятки. Я все зачитывать вам не буду. Как я сказала, минимум вывод. Так. Минимум. Что 10 TRX, 5 USDT. Я в TRX вкладывала. И минималка на вывод 0.1 TRX. Ну, если с 10 цент... Ой, да, господи, с 10. 10 монет 0.8, потому что так и так будет минималка на вывод ежедневно идти. И, по-моему, работает депозит 14 дней, что ли. Вот. А, это работают продукты. А это майнер. Он будет, наверное, он, скорее всего, бессрочно. Вот. Вот такой вот майнер. Довольно-таки неплохой. Я, конечно, с удовольствием зашла. Работаю сейчас в основном в Телеграме. Вот у меня создала я две группы рекламных. Вот в одной у меня 180 человек. И тут я недавно создала уже тоже 73 человека. Ну и в основном я вот здесь кручусь, верчусь в Телеграм. Вот. Ну, в принципе, что? Добавить больше нечего. Здесь уже, если кто захочет присоединиться, сами уже и почитаете, все изучите. Здесь пароль поменять, все такое. Вот один раз при выводе вводите свой адрес кошелька для вывода, и он уже закрепился вот у меня. Это у меня 2.90, это уже реферальное начисление. Довольно-таки неплохо, друзья. Вот. Ну что, больше добавить и нечего, все довольно-таки просто. Ну и здесь как бы статистика. Что здесь статистика? Вывод, бонус, депозит. И здесь депозит, вывод, поддержка. Ну а это не важно. Ну и вот здесь ссылочка для реферальная пригласительная. Работает он 6 июня 2022 года. Кому интересно, заходите, рискуйте. Конечно, это риск. Кому не интересно, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока!